С космодромом Байконур успешно запустили ракеты-носитель «Протон-М» с турецким спутником связи. Пуск произвели 23:40 по московскому времени. В Роскосмосе отметили, что общая продолжительность выведения ракеты-носителя на целевую орбиту составит чуть более 9 часов. С начала 2015 года это пятый успешный космический запуск с использованием ракеты-носителя «Протон-М». Предыдущий состоялся 14 сентября с отечественным спутником связи «Экспресс-АМ-8».